Госдума приняла так называемые антивирусные законы. Теперь правительство имеет право вводить режим повышенной готовности или режим ЧС на всей территории России, либо на ее части. Законы также определяют ответственность за нарушение режима карантина. И если такая халатность привела к смерти людей, нарушитель отправится за решетку на 7 лет. Антивирусные законы прокомментировал депутат Госдумы Алексей Веллер. Принято решение об усилении ответственности граждан, внесены изменения в административный и уголовный кодекс. Надеюсь, что эта статья не придется ей пользоваться, но тем не менее граждане должны понимать, что также на них накладывается ответственность. Внесены и изменения в законы, связанные с начислением пособий по временной нетрудоспособности в связи с поручением президента Российской Федерации. Внесены изменения в отдельный порядок полномочий, данных правительству в части сокращения сроков проведения процедур по закупке различных сегодня товаров, услуг первой необходимости, то есть внесение изменений в 44-й федеральный закон. И много других очень важных вопросов, которые сегодня должны отрегулировать положение дел вот в таких кризисной ситуации в стране.